Рафачуров. Значит, есть ссылка на форум Михаё. Вот. И тут в районе 15 мест, где спавнится этот Лафрачуров. Да? Да. Значит, фича Лафрачурова состоит в том, что ты получаешь 18 опыта для ранга приключений за каждое его убийство. Вот. И на данный момент он должен появляться как минимум 2 раза в день. Исходя из этого, мы можем фармить Рафуачурова таким образом, бегая по вот этим самым маршрутам. А зачем это нужно делать? Потому что в коопе ты можешь зайти, ты можешь найти 3 друзей, пробежать с ними, то есть таким образом убить Рафуачурова, возможно, раза... Насколько получается? Ну, давайте возьмем по 2, да? 2×4 — 8, то есть 8 раз. И таким образом получить почти 180 опыта. И потом найти 3 других друзей. Ну и, в общем, и если в каждом мире убивать постоянно, то таким образом, возможно, это получится оформление опыта. Я, конечно, понимаю, что я-то стример, и я могу использовать свой чат для того, чтобы нафармить гору опыта. Вот. Но в принципе, чисто теоретически, это может работать и вообще. То есть в Дискорд зайдите. У меня в Дискорде 2000 человек, в принципе. Можно пробовать и фармить опыт. Есть, конечно... Я думаю, что, скорее всего, есть ограничения на 10 рафуачуров в день, потому что при этом есть ограничения на, помните, тот самый случайный квест, который с друзьями. Вот, так как там можно только 10 раз, потом ты не будешь просто получать опыта друзей, да? Скорее всего, здесь точно такое же ограничение. Но, в общем-то, тогда мы сейчас проверим это все. Требуется 3 добровольца для начала ко мне в мир. Next pool. А, ну, кстати, да, еще же важный момент, это то, что ачивка... Где она? Вот она. То есть вот один раз, теперь сейчас 20, и, видимо, 3 раз 100 будет, я полагаю. Ну вот сейчас и посмотрим. Так, здесь, в этом месте он должен быть здесь, но его нет. Едем дальше. Так, ну чё, валим? Захейтили. Капусту подбираем! Так, ну то есть, по идее, сейчас в моем мире должен быть еще один Рафачуров, правильно? Так, а 18 опыта дали, да? Всем, да? Ага. Ну ладно, пойдем искать дальше. Зайка нашла его. А что это с ним? Найс, плюс 18. Капусту собираем, чуваки, капусту. От капусты растут сиськи. Ну, вам двоим, конечно, вот. Это не понадобится. Ну, хотя тебе, Эмбер, тоже. Так, ну, получается, что... Какой у них респ? Каждый день, как у артов. Ну, пока я увидел двоих, кто спавнится. Вот. Не уверен насчет троих. Но может быть. За них дают 18 опыта. Соответственно, ты можешь фармить тупо ранг приключений. О, ничего себе, а ты уже нашел его? Ну, даже через кооп. Ну, потому что у меня вот сейчас был 10... На самом деле, походу, да, возможно, даже 9. Потому что у меня вот сейчас был 10 и не засчитался он. Мне. Ну, точнее, всем не засчитался. Но сейчас проверим. Возможно, у кого-то он был 10, у кого-то он был 11, и поэтому не засчитался. В общем, короче, да, понятно, что, похоже, есть кап на 10 рафуачуров в день. Причем, неважно, кооп, сингл, ну, то есть, по итогу,
больше 10 опыта уже не дается, и капуста с него тоже не падает. Ну, в принципе, то же самое, что со случайными событиями, я думаю. Так что, ну, 10 рафачуров в день, из них 8 через кооп, да, так как, похоже, 2 в сутки у каждого. 180 опытов в день, это, конечно, маловато, но почти 2 данжа. Такие дела.